Всем привет, ребятки. Это Кузьмин, с вами на связи. Я переехал, вот, и сейчас будет небольшой такой рум-турчик по квартирке, которую я снял. К слову, работаю я автослесарем. Квартира за 30 косарей на окраине Подмосковья, так сказать. Посмотрим. Что, встречает нас вот такая вот небольшая прихожая. Тут у меня шкаф стоит. Кроссовочки мои, все дела, вот домофон, дальше тут дверь, у меня в туалет ванна совмещенка, ванна небольшая, маленькая, я в ней только сидеть могу, тут туалет, тут раковина, стиралка, все дела, я, салам алейкум, погнали дальше, это кухня, там стоят мои сумки от шмоток, которые надо убрать на балкон. Тут холодос, плита, все, короче, дела. Кухня тут такая. Там какие-то коробки, которые я еще не смотрел. Стол. Тут бухлишка, коробка от пиццы, которую я сожрал 2 дня назад. Ее надо выкинуть просто. И идем дальше. Тут у нас комната. Там сохнут мои шмотки. Тут стоит одно кресло с хозяйским столом, это не мое, это уже было. Стол тут тоже был, тут мое рабочее место, собственно, вот так вот это все выглядит. Айпадик, 2 монитора, подсветка, вон свет стоит мой. Креслице, пакет от Бургер Кинга, который я сажал только что. Комп стоит, сидела, сап прикупил с колонкой, вон это все дело тут висит. И тут, короче, кровать. Огромная просто кровать, на которой я сплю. Вот, собственно, как-то так. Видосик отснял. Можно и поспать. Кстати, подушка с эффектом памяти. Офигенная тема. Тоже не моя, была уже тут. Матрас охеренский. Я теперь высыпаюсь практически всегда. Спал 2 дня. Пока что тут. 2 ночи, точнее. Ну да ладно. Поживем и видим. Всем удачи и пока.